Здравствуйте, ребята! Индия – страна древней цивилизации, крупнейшая развивающая страна мира. Давайте познакомимся с ее географическими и социально-экономическими особенностями. В 3-м тысячелетии до нашей эры дравиды, жившие в долине реки Инд, создали самобытную харапскую цивилизацию. Около 15 века до нашей эры в Северную Индию пришли племена ариев, вытеснили дравидов на юг. От их древних народов происходят современные индийцы. На протяжении своей истории Индия сумела сохранить древние культурные традиции, одновременно перенять новые обычаи и идеи от завоевателей и иммигрантов, распространить свое культурное влияние на другие регионы Азии. Индийская архитектура является одной из областей, в которой наиболее ярко представлена разнообразие индийской культуры. Большая часть архитектурных памятников Индии представляют собой смешение древних и разнородных местных традиций различных регионов Индии и зарубежья. Республика Индия расположена в Южной Азии на полуострове Индостан на большей части Индоганской низменности. Омывается водами Индийского океана, на западе – Аравийским морем, на востоке – водами Бенгальского залива, на юге – Полского пролива. В состав государства включены множество мелких островов. Сухопутные границы Индия имеет с 6 государствами. Морские границы – с Мальдивскими островами, Шри-Ланкой и Индонезией. На границе с Афганистаном располагается спорная территория штата Джамму и Кашмир. Таким образом, главными особенностями экономико-географического положения Индии являются расположение в Южной Азии почти симметрично северного тропика, связь через Индийский океан и Средиземное море с Тихим океаном, нерешенные территориальные вопросы с Пакистаном и Китаем осложняют отношения между странами. Экономические связи с северными соседями затрудняют рельеф. В рельефе этой огромной страны выделяют 3 главных географических зоны – Гималаи, Индоганская равнина, Деканское плоскогорье. Гималаи – самая высокая горная система мира. Цепь хребтов Гималаев на севере Индии создают 3 нисходящие ступени, а на северо-западе переходит в 2 другие горные цепи – Гиндукуш и Каракорум. Страна обладает значительными запасами разнообразных полезных ископаемых, которые имеют мировое и региональное значение. Основные залежи расположены на северо-востоке страны. Железные и марганцевые руды обладают высоким качеством. Разнообразны полезные ископаемые Южной Индии. Это бокситы, хромиты, магнезиты, графит, слюда, алмазы, золото и другие полезные ископаемые. В Центральной Индии имеются значительные месторождения черных металлов и каменного угля. Территория Индии расположена в тропическом субэкваториальных поясах с типичным муссонным климатом. В связи с высокой расчлененностью поверхности и близостью океана климатические условия очень разнообразны. На юге климат близкий к экваториальному, на севере – горный субтропический. В зависимости от месторасположения выделяют от 3 до 6 сезонов. Смена сезонов определяется муссонами. Жаркий сухой сезон сменяется сезоном дождей, а с октября наступает зимний муссон. В южной части страны резких перепадов температуры не наблюдается. Реки Индии – Инд, Ганг, Брахмапутра – многоводные, но обеспеченность ресурсами полного речного стока недостаточна для населения. В сухой сезон наблюдается дефицит воды во внутренних районах страны. Реки Индии различаются по характеру своего питания. Благодаря рекам сельское хозяйство страны обеспечивается водой. Около 60% земель в Индии по причине жаркого климата искусственно орошаются. Основная часть рек питается только за счет дождей. В самые засушливые времена уровень вод в реках начинает падать, а в сезон дождей начинаются паводки. Оба фактора негативно сказываются на ведении сельского хозяйства. В Индии существуют озера-старицы, которые основываются в бассейнах больших рек, а также ледниково-тектонические озера в горных массивах Гималаев. Самым большим озером можно считать Сампхар, которое служит для выпаривания соли. Созданы крупные искусственные озера. Впечатляет красками растительный мир Индии.
Длительное воздействие людей привело к значительному изменению растительного покрова страны. Во многих районах растения теперь вообще отсутствуют. Природные зоны Индии представлены лесами, саваннами, пустынями и полупустынями. Площадь лесов значительно сократилась. Разнообразен животный мир Индии. Здесь сохранились редкие виды млекопитающих, рептилий, птиц. В дельте Ганги есть речные дельфины. В морях, омывающих Индию, живет дюгонь, одно из редчайших животных мира, представитель немногочисленного отряда морских коров. В Индии все животные священные. Среди них главное место занимает священная корова. Ее называют Гаумата, корова-мать, считая ее олицетворением всего лучшего. Именно поэтому этому мирному жвачному животному принадлежит особая ниша в индийской мифологии и философии. В рамках спецпрограмм правительства по охране диких животных в стране создана сеть национальных парков и заповедников. На сегодняшний день их насчитывается 350. Богатство природно-сырьевой базы используется в Индии в трех основных направлениях – экологическом, горнолыжно-альпинистском и хозяйственном. В хозяйственных целях активно используются водные, земельные и лесные природные ресурсы. Обрабатываемые земли составляют лишь 0,17 гектара. Выделяют 4 типа почв, преобладающих на определенных территориях. Индия является федеративной республикой. Государственный строй – парламентская федеративная республика. Как бывшая британская колония, Индия входит в Содружество. Политики поддерживают девиз «Лишь истина побеждает». Национальная столица страны – Дели. В метрополии Дели находится Нью-Дели – официальная столица Индии. Согласно Конституции, власть в Индии во всех своих действиях подотчетна народу через парламентских представителей. Законодательные акты должны быть одобрены обеими палатами парламента. Лишь законы, касающиеся финансовой сферы, и решения о вотуме недоверия правительству принимаются только Лок Сабха. В случае расхождений между палатами собирается их совместная сессия, на которой каждый парламентарий имеет по одному голосу. По Конституции президент является главой исполнительной власти и главнокомандующим вооруженными силами и обладает широким законодательным правом. На практике большинство властных полномочий осуществляется правительством Индии во главе с премьер-министром. Президент по большей части выполняет представительские функции, лишь формально утверждая постановления правительства. Вице-президент Индии, который замещает президента в случае его недееспособности, осуществляет дипломатические миссии. Фактически, исполнительная власть в стране осуществляется ответственным перед Народной палатой правительством во главе с премьер-министром. На этот пост президент назначает кандидата, избранного членами парламента от партии, имеющей парламентское большинство. В 1947 году Индия обрела независимость, и бывшая колония была разделена на индийскую и пакистанскую части. В настоящее время существует 29 штатов и 7 союзных территорий, в том числе национальный столичный округ Дели. Штаты и территории – первый уровень административного деления Республики Индия. Каждый штат, в свою очередь, подразделяется на округа. Каждый штат имеет свое законодательное собрание и правительство, но при этом верховенство остается за центральной властью. Административные единицы третьего уровня в разных штатах Индии называют по-разному – техсилы, талуки или мандалы. В некоторых штатах техсилы определенного округа могут дополнительно объединяться в несколько подокругов. Население Индии насчитывает более 1,4 миллиарда человек, что составляет 1/6 часть от всего населения Земли. Индия занимает второе место в мире по численности населения после Китая. К 2100 году прогнозируется увеличение численности населения до 1,5 миллиардов человек. В Индии, как и во многих азиатских странах, мужчин больше, чем женщин. Средняя продолжительность жизни в Индии – 62 года. Ожидаемая продолжительность жизни – до 67 лет. Центральная и Восточная Индия характеризуются высокой рождаемостью, а Южная Индия, наоборот,
преимущественно низкой. Индия – многонациональная страна. Здесь выделяют около 6 народностей. Их можно разделить на две большие группы – индоевропейцы и дравиды. Также немалое количество представителей разных народов и этнических групп. Всех их объединяют далекие предки и историческое прошлое народа индусы. Хинди – самый распространенный в Индии язык. Он является официальным языком правительства Индии. Кроме того, в Конституции представлен официальный список из 22 языков, которые могут использоваться правительствами индийских штатов для различных административных целей. Английский язык, который широко используется в бизнесе и администрации, имеет статус вспомогательного официального языка. Английский язык также играет большую роль в образовании, в особенности в среднем и высшем. Необходимо отметить, что уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет около 81%, среди женского взрослого населения – лишь около 63%. Но молодое поколение стремится к получению образования, и общий уровень грамотности среди молодежи составил около 90%. Индия – светское государство, и любая дискриминация по религиозному признаку преследуется законом. Большинство населения являются сторонниками индуизма. Ислам является второй по величине религии Индии и мира. Джайнизм и буддизм возникли в Индии в 600-е и 500-е годы до нашей эры соответственно. Размещение населения Индии отличается неравномерностью. Наиболее плотно заселены плодородные низменности, равнины в долинах и дельтах рек, а также морское побережье. Уровень урбанизации сравнительно невелик – до 40%. Крупные города Индии – Дели, Калькутта, Бомбей, Ченнаи. Городское население составляет 28%. Преобладающая часть населения живет в больших и многолюдных деревнях. Почти 1/4 жителей Индии имеет достаток ниже официального уровня бедности. Экономически активное население Индии составляет более 516 миллионов человек. Остро стоит проблема безработицы. Как правило, 20% трудоспособного сельского населения не имеют работы или не полностью занято. В сезон затишья полевых работ с ноября по февраль эта доля увеличивается до половины. Высок уровень миграции. Индия – аграрно-индустриальная страна. За годы независимости Индия добилась значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Государственная политика направлена на индустриализацию, аграрные реформы, развитие космической программы. В промышленности Индии преобладает металлоемкое производство, развита черная и цветная металлургия. Основными источниками энергии в Индии выступают уголь и нефть. Однако страна активно осваивает ядерную энергию. На начало 2019 года в республике действовало 22 атомных реактора, еще 6 находятся на стадии запуска. Индия к 2030 году может достичь 50% доли возобновляемых источников энергии в электроэнергетике. Страна намерена превысить в нынешний план развития возобновляемых источников энергии солнечной и ветровой. Это свидетельствует и о серьезном отношении Индии к охране окружающей среды. Индия производит станки, тепловозы, автомобили, а также новейшую электронную технику, оборудование для атомных электростанций и космических исследований. Легкая промышленность – традиционная отрасль экономики Индии. Она представлена главным образом кожевенной, текстильной и швейной отраслями. Хорошо развита хлопчатобумажная и джутовая промышленность. Страна занимает первое место на мировом рынке по объему джутовой продукции. В химической промышленности выделяется производство минеральных удобрений и красителей. Развивается фармацевтика. Пищевая промышленность производит товары для внутреннего потребления и на экспорт. Традиционная статья индийского экспорта – это пряности. Их вывозят около 90 тысяч тонн в год. По экспорту чая Индия занимает первое место в мире. Экспортируются различные сорта риса. Промышленность включает самые разнообразные формы производства, от крупных заводов, оснащенных по последнему слову техники, до примитивных кустарных промыслов. Главными экспортными промышленными товарами являются транспортное оборудование, одежда и лекарства. Партнеры по экспорту – США, ОАЭ, Китай, Сингапур.
В 2018 году Индия заняла 24-е место по темпам экономического роста. Однако высокий уровень жизни в городах демонстрирует резкий контраст с нищенским существованием жителей сельской местности. На некоторых угольных шахтах используется детский труд. Согласно недавним исследованиям, люди в Индии живут беднее, чем жители африканских стран. При этом Индия занимает верхние позиции в мировых рейтингах по ВВП. Государство продолжает реформирование хозяйства, решает социально-экономические проблемы населения. Но истоки бедности богатейшей Индии следует искать не только в экономических проблемах, но и во внутреннем мире и менталитете людей, проживающих здесь. В сельском хозяйстве доминирующая отрасль индийской экономики имеет ярко выраженную растениеводческую направленность. По объему сельскохозяйственного производства Индия занимает ведущее место. Индоганская низменность – основная территория для растениеводства. Это связано не только с климатическими условиями, но и с обеспечением водой. В сельском хозяйстве Индии до сих пор сохраняются большие контрасты. Крупные плантации соседствуют с мелкими крестьянскими хозяйствами. Успешно и стабильно развивается выращивание овощей и фруктов. Так как мужское население все чаще выезжает на заработки в города, в сельском хозяйстве отмечается большее количество занятых женщин. Государство и инвесторы поддерживают развитие. Животноводство играет важную роль в сельском хозяйстве Индии. По количеству поголовья крупного рогатого скота Индия занимает первое место в мире. Однако по потреблению мяса – одно из последних в мире, что объясняется религиозными воззрениями индийцев. Корова – священное животное. Из-за большого аграрного потенциала страны западные инвесторы пытаются активно развивать альтернативные аграрные площадки на территории Индии. Успешно развивается птицеводство, овцеводство, верблюдоводство. В приморских районах большое значение имеет морское и речное рыболовство. Тем не менее, животноводство является второй по значению отраслью сельского хозяйства в Индии, уступая растениеводству. На территории Индии представлены почти все виды транспорта. Самым крупным работодателем в Индии являются индийские железные дороги, обеспечивающие рабочими местами более 1 000 000 человек. По протяженности железных дорог Индия занимает 5-е место в мире. Широко используется автомобильный транспорт, предусмотрены автогужевые дороги. Морской транспорт осуществляет большую часть внешнеторговых перевозок страны. 90% морского грузооборота приходится на 8 главных портов, крупнейшие из них – Мумбай. Авиационный транспорт обслуживает международные и внутренние авиалинии. Много транзитных рейсов из Европы в Юго-Восточную Азию и Австралию. Чем же еще может удивить Индия? В Индии были изобретены шахматы. Индия имеет наибольшее количество почтовых отделений в мире. Национальная одежда индийцев своеобразна. Сари – традиционная женская одежда на индийском субконтиненте и представляет собой кусок ткани длиной до 12 метров, особым образом обернутого вокруг тела. Дхотти – традиционный вид мужской одежды. Это прямоугольная полоса ткани длиной до 5 метров. Надетом виде напоминают узкие шорты или короткие шаровары. В Южной Индии и в Пенджабе дхотти традиционно носили в виде юбки-запашки. Храм лотоса в Индии является одним из самых посещаемых храмов в мире. Храм Вишну построен в X веке и является крупнейшим религиозным местом паломничества. Всем известный Болливуд получил свое название от города Бомбей. Ежегодно на киностудиях Болливуда выпускается порядка 200 фильмов в основном на языке хинди, а также на урду, пенджаби. Считают, что боевые искусства впервые были созданы в Индии, а затем распространились на Азию буддийскими миссионерами. Боевые искусства Индии представлены в огромном разнообразии форм и стилей. В каждом регионе страны практикуют свой своеобразный стиль. Индийские спортсмены не часто занимают призовые места на чемпионатах, но большинство жителей с удовольствием занимаются спортом. Большой популярностью пользуется разновидность хоккея на траве в закрытых помещениях – индор-хоккей, а также крокет, футбол, баскетбол, гимнастика. Особый акцент в индийской кухне делается на вегетарианские блюда из бобов, овощей и риса, приправленных традиционными специями. Начиная с правления буддийского царя Ашоки, мясные блюда стали нехарактерными для индийской кухни.
Под влиянием религии индуизма говядина исключается, однако под влиянием ислама мясная кухня стала вновь возвращаться в рацион индусов. Праздники в Индии всегда проводят ярко и шумно. Фестиваль Холи – это ежегодный праздник весны и в буквальном смысле самое яркое действо на планете. Во время праздника участники осыпают друг друга красками в виде порошка, веселятся и ходят в гости. Считается, что чем сильнее испачкан человек, тем больше ему желают добра. Как видите, Индия способна удивлять. Используя дополнительные источники информации, вы сможете больше узнать о людях, традициях и развитии экономики Индии, страны контрастов. А теперь давайте ответим на вопросы. Какой самый большой город в Индии? Мумбаи. Какая страна граничит и с Индией, и с Китаем? Пакистан. Какая река впадает в Аравийское море? Река Инд. Какая из религий малопопулярна в современной Индии? Популярность буддизма приходится на III век до нашей эры. Если человек в Индии качает головой влево и вправо, то он что-то отрицает или с чем-то соглашается? Правильный ответ – индийцы так дают свое согласие. Почему в Индии пьют молоко от коров, священных животных? Молоко в Индии считается вегетарианским блюдом, потому что животное не страдает, отдавая его. На этом, ребята, наш урок окончен. Всего вам доброго!